нас первый район. Значит, старое поделение, первый. Ну, мы так, когда по время уборки, по семье помогаем. Смотри, один. Все спрашивают, как? А тогда в те годы был указ президента, тот, кто приезжает в город, в сельское хозяйство, и занимается сельским хозяйством, то на главу крестьянского хозяйства выделяется 300 тысяч, а на члена семьи 60. Мы вдвоем живем, мне выделили 360, а я оформился как фермер, у меня было 85 гектар земли, я брал 15 лет как фермер. И вот, ну, я эти деньги, я их не видел, я их сразу на кирпичный завод по новому перевел, там был кирпичный завод, молодежный. И все, вот как раз кирпичи я привез, только мне хватило на завод. Я всем говорю, что мне этот президент помог. Не, но в то время у нас ничего нет, и вдруг такое, это очень было. Да, хорошо было. Все, пока отрезаем. Да.
Мы ехали тут через наши пруды. Так, ну давайте хоть по деревне до конца проедем. Давай, и потом мы давайте. Ты бы сел в машину, а у тебя велосипед. Выключай. Слава Богу за все.